Дедушку зовут Терехов Николай Егорович. В 1938 году его забрали в армию. Сразу после армии он пошел на войну. Он служил в войсках НКВД. Он охранял эшелоны с боеприпасами, поезда с ранеными. Иногда даже во время бомбежек. За годы войны его побросало во все уголки Советского Союза. Он был на Кавказе, в Грузии. Он видел Байкал. Когда он служил в Западной Украине, он получил огнестрельное ранение в левую голень. Вначале он был в госпитале на самой Украине. Потом его уже перевели по месту жительства, в Серпухов. Первая школа сейчас находится именно на том месте, где был этот госпиталь. Там он познакомился с моей прабабушкой, Плетневой Анной Васильевной. От дедушки почти не осталось военных наград. Больше всего осталось трудовых орденов, много фотографий. У нас остался портрет, который нарисовал немецкий военнопленный за хорошее отношение моей бабушки. Она его лечила. На портрете показаны мои прабабушка и прадедушка. У нас есть большая книга памяти. Ее сохранила младшая дочь моего прадедушки. Здесь есть и военный билет, красноармейская книжка. Есть удостоверение за оборону Кавказа. Есть даже справка за ранение. Ему присвоили инвалидность, но он отказался. Сказал, я еще молодой, я буду трудиться. После войны он работал на металлисте. Горжусь своим дедушкой, что он такой молодой ушел на фронт. Может быть, он испугался, но он пересилил страх, прошел такие испытания. За ним вся страна. Он воевал за мир, за свою семью.